И мало кто знает, что провокация в Буче, а я напомню, что там было, я думаю, что вы многие знаете, но я напомню все-таки. Город был занят российскими военными, и когда они его оставили и вышли из города, то мэр города Буча дал несколько интервью. Эти интервью доступны и сейчас, где он сказал, что в городе нет российских военнослужащих, что в городе мирно, стабильно, город живет своей будничной жизнью. На следующий день что-то произошло, и киевский режим объявил о том, что якобы российские военные убили мирных граждан Бучи. И дальше разлетелись видеокадры, как на тех же самых улицах, на которых давал интервью мэр Бучи накануне, лежат как бы трупы. Вся та же схема, ровно такая же, была использована нацистами и непосредственно Геббельсом для раскрутки, я не могу сказать пиар-компании, тогда это была пропаганда против советских войск на территории Германии. Тот же самый способ. Есть конкретный город, где вся эта спецоперация тогда была реализована. Методы остались те же самые. Технологически просто появились большие возможности для охвата. Ось після таких заяв і переконуєшся, що Ерефія – найбільш паскудна до блювоти бридка країна у всій своїй історії. Методом селекції там вивели, знаєте, ось цих жахливих моральних виродків, у яких саме поняття добра і зла вивернуте на виворіт. Всю свою історію ця нація борсається в лайні і при цьому бажає потопити в ньому і весь світ. Але ж, подивіться як! Продовжує переконувати його, що вони потужна нація і навіть без західних брендів одягу та світових марок. І, до речі, кажуть, що досі розвиваються. Здесь много брендов технологических. Нам нравится то, что ребята делают для массовой культуры. Это 3D-маппинг разного уровня шоу. Нам видно, что из еды здесь много и сладкого, то, что делается. И косметика. Вот я знаю, что женщины очень такие придирчивые косметики. И то, что я вижу сейчас, девушкам нравится то, что делают наши бренды. И они прямо за ними охотятся, и это здорово. Знаем. Много чего еще не добралось до Москвы, но начинает быть где-нибудь в регионах. И я думаю, что с учетом той смекалки, опыта, образования и стремления, которое есть у российского народа, у нас точно будет вообще все. Ага, все на болотах буде. Особливо те, що виготовляється і створюється десь там в регіонах Ерефії, які зупинилися, нагадую, у середньовіччі. Але, звісно, кремлівським упирям потрібно ж продовжувати замилювати очі росіянцям, які от тільки й те роблять, що постійно скаржаться на вітчизняні товари та бренди. Бо імпортозаміщення то насправді їх не влаштовує. А все, що можуть російські компанії, це не створювати, а копіювати, викрадати і присвоювати собі чуже. Тож тепер Росія краде не тільки літаки у європейських компаній і зерно в України, а й торгові марки світових брендів. Але, як ми вже з вами знаємо, виглядає це жалюгідно і несмачно. Втім, росіяни, а разом з ними і білоруси, стверджують, що все не так. І деградує то Америка, а не вони. Але від санкцій, які запроваджують Сполучені Штати Америки проти бункерного демона та вже картопляного фюрера, у них таки чомусь підгорає. Розуміють же ж, мабуть, що котяться на дно. Многополярный мир. А американцы это стухшие, абсолютно противные, мерзкие, мелочные, значит, их заявления. На них абсолютно можно тут наплевать только. Да, Григорий, ну а все-таки, если так вот, ну, прикинуть просто, на ваш взгляд, на что направлены вот эти вот все действия? Потому что, ну, опять же, бьют со стороны, и бьют, и по России-то мы уже привыкли, но тут иногда вспоминают, что надо и по Белоруссии бить. А для чего? Ну как, против нас санкции с 97-го года введены, я так напомню. И мы были там последней диктатурой в Европе, потом стали предпоследней, они как-то меняют. Законопроект о демократии в Беларуси, то есть о свержении у нас режима, принят в Америке в 2006 году. Поэтому, о нас они не забывали никогда.
Что касается, значит, внешнего давления, ну, введены все санкции, какие можно. Если чисто против меня введены санкции всех их сателлитов, там, в том числе Австралии, которую я вообще никогда в жизни не вспоминал, и знаю их только по таким национальным животным, как кенгуру, и все. Ну, то есть, абсолютно вот это вот смешно. По нашим выборам, вот сначала высказался Госдеп США, а потом высказались там какие-то... Я узнал, что есть такая парламентская Ассамблея НАТО, блин, вот самая парламентская организация НАТО, которая ведет всегда парламентские дискуссии фосфорными бомбами и урановыми снарядами. На их заявление мы только смеемся им в ответ и говорим, повторяя, значит, пушкинское, ну, значит, идите к нам, хватит места среди нечуждых вам гробов. Ви подивіться на нього. Пушкіна він згадав. Що ж, тоді я процитую українського поета. Бо ж не просто так Василь Симоненко казав про росіян. Ви байстрюки катів осатанілих. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. А ви все, що можете, так це паразитувати за рахунок інших. І рано чи пізно, але буде Росія відповідати за всі свої злочинні дії. А разом з нею, схоже, і Білорусь. Бо якось не надто-то солодко тепер і білорусам. Хоча, звісно, вони теж це заперечують. Як от білоруський пропагандист Григорій Азарьонок. 24 февраля очередной пакет санкций, уже, ну, там, 13 или 14, я сейчас, честно говоря, не 13, да, 13 пакет санкций, ну, будем уже ждать 14. Как, вот вы сейчас про санкции говорили, в том числе в отношении себя, как Белоруссия живет в условиях санкций, чувствуется ли и как лично вы? Это Запад ввел против себя санкции. Это международное меньшинство. 50 стран с сумасшедшими правительствами ввели против себя санкции. У нас есть братская Россия. У нас есть стратегическое партнерство с Китаем. У нас есть рынки Востока, Средней Азии. Президенты наши активно работают на африканском континенте. Поэтому мы не просто выстоим. Мы будем развиваться. Мы будем богатеть. А они будут... на своем этом континенте, попросятся к нам, значит, в конце концов, чтобы мы им подали немножко там гуманитарной помощи, но наши президенты будут играть в хоккей и не примут их. Тільки Азарьонок забув додати, що поки бункерний диявол та картопляний фюрер гратимуть в хокей, усі ті, хто їх підтримують і на них, до речі, працюють, будуть чахнути. Бо сюрприз для них вже і Японія приготувала, яка на цьому тижні повідомила, що ввела санкції проти 12 людей та 36 організацій, пов'язаних з Росією. У списку там і Росатомфлот, і Тінькофф Банк, і Калашніков, а ще Уралвагонзавод, Алмаз-Антей, конструкторське бюро «Новатор» та виробник безпілотників «Зала Аерогруп». А ще табір «Артек» і чиновники, які пов'язані з депортацією українських дітей. Ну і, звісно, у списку також голова уряду Чечні Муслім Хучієв і командир спецполку поліції Чечні Заміт Чалаєв. Також Японія запровадила санкції проти сина екс-губернатора Красноярського краю Артема Уса, який минулого року втік із-під домашнього арешту в Італії. А їхні активи в Японії будуть тепер заморожені. Але то, звісно, і росіяни, і білоруси продовжують аплодувати один одному і переконувати себе в тому, що в них все добре. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот что бы вы посоветовали нашим коллегам, чтобы они вашими устами говорили? Я сейчас мед пил, и примерно я в такой же риторике нахожусь. И насколько людей в Беларуси думают так же, как и вы? Так думает, вот президент сейчас назвал цифру 87% сторонники нашего главы государства, нашей власти, союза с Россией. Так думает абсолютное большинство. Ну и некоторые отщепенцы, с которыми мы поработаем различными методами. А что касается риторики, ну знаете, кому как душе угодно, главное, чтобы прославлять нашу страну, нашу родину, наших лидеров и противостоять их врагам. А делать это можно любой риторикой. Спасибо большое. Чуєте, прославляти Путіна та Лукашенка вони збираються і далі. І досі наївно переконані в тому, що ми всі, а також цивілізований світ та всі країни світу їм заздрять. Насправді, білоруська пропаганда просто вже теж не має аргументів для маніпуляцій, тому і вдається до такої мови ненависті.